Современный рынок портативной техники уверенно захватывают смартфоны с большими сенсорными дисплеями на платформе Android. Но наш сегодняшний гость является эксклюзивом. Это первый в мире смартфон с возможностью создавать и показывать 3D-изображение. При этом для просмотра вам не понадобятся ни очки, ни любые другие дополнительные устройства. Перейдем к обзору этого чудо-аппарата. К нам в студию попала инженерная версия аппарата, поэтому комплектацию модели для серийных продаж уточняйте. Мы уверены, что производитель порадует вас множеством полезных и интересных аксессуаров. Новый Optimus 3D является далеко не маленьким устройством. По его габаритам он обгоняет большинство подобных аппаратов на рынке. Этот массивный смартфон уже с первого взгляда внушает уважение. Заокругленные углы сделали этот гаджет весьма удобным в использовании. Правда, если у вас маленькие руки, то управление будет немного сложнее. Во всем остальном аппарат просто идеален. Никаких люфтов и близко нет. Шероховатая поверхность не только приятна на ощупь, но и защищает корпус от появления на нем отпечатков. Вокруг него проходит тонкая хромированная окантовка, которая придает внешности гаджета некую изюминку. Практически всю переднюю грань занимает дисплей с диагональю 4,3 дюйма. Кроме того, он защищен специальным покрытием, стойким к появлению царапин. Такой экран подтверждает топовое позиционирование устройства. Над ним разместился разговорный динамик, фронтальная камера и датчик освещенности и приближения. На другом конце передней части вы найдете уже стандартные 4 сенсорные клавиши. Это вызов дополнительных опций, Home, возврат и поиск. Все кнопки имеют ярко-белую подсветку. Сверху расположены гнездо для наушников и клавиша включения. Левое ребро занимают разъемы USB и HDMI, скрытые под надежными заглушками. На противоположной стороне качелька регулировки громкости и кнопка-переключатель между 2D и 3D режимами. Снизу прячется только микрофон. Обратная сторона может похвастаться металлической вставкой и не только. Сразу же бросаются в глаза два объектива камер. Расстояние в 24 мм между ними достаточно для создания превосходной 3D-картинки. Там же установлена светодиодная вспышка и встроенный динамик. Громкости последнего хватит, к примеру, для просмотра видео на улице. Под крышкой находится аккумулятор и слоты для SIM и microSD-карт. Технология объемного изображения стала все чаще встречаться в современных гаджетах. Вот уже и до смартфонов добрались. Новый экран получил название 3D LCD. Его разрешение идеально подходит как для двухмерного, так и для трехмерного изображения. Перед переходом в объемный режим аппарат предупредит вас о том, что на стереоскопическую картинку реакция может быть индивидуальной. И в том, что при просмотре 3D следует делать перерывы. Дело в том, что поначалу картинка заставляет глаза сильно напрягаться, но буквально в течение нескольких секунд око привыкает, и вы с головой ныряете в чудесный мир 3D. Изображение выглядит очень живым и необычным. Ощущение, будто вы не просто смотрите на дисплей, а сквозь него. Такой аппарат пригодится путешественникам, ведь трехмерные фотографии и видеозаписи просто захватывают дух. Вернувшись из поездки, его можно подключить к большому 3D-телевизору и еще раз погрузиться в атмосферу увиденных вами мест. Эффект присутствия потрясающий. В данной модели установлен двухъядерный процессор TI-OMAP 4430 с частотой 1 ГГц. С высококачественными играми и видео справится мощная графическая подсистема SGX540. Объем оперативной памяти здесь составляет 512 МБ. Под пользовательские файлы здесь отведено 8 ГБ. К тому же это пространство можно увеличить на 32 ГБ, благодаря поддержке карт microSD. Такая конфигурация отменно справляется не только с двухмерной, но и с трехмерной графикой без каких-либо торможений. По-настоящему оценить мощь данной модели вы сможете при помощи трех предустановленных 3D-игр. Даже если вы не фанат подобных видов развлечения, с новым Optimus 3D сразу впадаешь в детство. Также вы спокойно сможете просматривать объемные Full HD видеозаписи и фото. Представьте, что вы едете на работу и в это время находитесь в 3D-кинотеатре. Это просто фантастика. Ко всему этому стоит добавить эксклюзивную возможность самому записывать трехмерные фото и HD видео. Данная модель оснащена аккумулятором на 1500 мАч. При максимальных нагрузках аппарат съедает его за считанные часы. Но если использовать только стандартные возможности смартфона, то он протянет около 2 суток.
Новый Optimus 3D оставил огромную массу положительных впечатлений. Человечество уверенно идет вперед, и этот смартфон показывает, что техническому прогрессу нет предела. Став обладателем этого девайса, вы не только выделитесь из толпы, вы откроете для себя новый трехмерный мир.